Бенчмарки, логи, базы данных, игровые серверы и вообще любое приложение на Go используют его время. Это базовая и, казалось бы, простая операция. Но почему в одном случае TimeNow отрабатывает за такое время, а на том же компьютере тот же код отрабатывает за такое? Как вообще получение времени может отличаться, откуда сам Go его получает, и как одну и ту же проблему решили разработчики Linux, Windows и macOS? Сегодня мы с вами со всем этим разберемся и даже напишем свой собственный TimeNow. Славно IT, славно погнали! Давайте начнем с простого вопроса. Кто на вашем компьютере знает время? Очевидно, операционная система, в ней вы настраиваете часовой пояс, синхронизацию и прочее. Как это время получить в вашей программе? Нужно спросить у той самой операционной системы, и давайте попробуем написать код для этого. Для взаимодействия программы и операционной системы существует определенный механизм — системные вызовы. Своего рода это API операционной системы, и в этом API, например, для Linux, есть функция getTimeOfDay. Она-то нам и нужна. Как видите, в этом коде я вызываю функцию syscall, которая подразумевает системный вызов, и передаю в нее системный вызов getTimeOfDay. И помимо самой функции, мне нужно передать еще сюда указатель структуры, куда запишется результат. А результат я знаю по спецификации этого системного вызова. Для macOS и для Windows я покажу реализацию отдельно. Соответственно, у меня есть функция, и я написал простую оберточку, которая вызывает эту самую функцию, которую я здесь и заложил. Давайте запустим ее. И действительно, оба времени совпадают. Сейчас по Unix таймстемпу действительно вот столько. Гошный вариант и мой вариант. И что, все, мы разобрались? Давайте попробуем забенчмаркить то, что у нас получилось в сравнении со стандартным временем. Я здесь заранее подготовил бенчмарк. Ну, разница ощущается. Но что, если я определенным хитрым образом изменю реализацию? Запускаем бенчмарк, и да мы даже обогнали TimeNow. На самом деле это не имеет значения, мы всего лишь не сделали всего того, что есть в самом TimeNow, но как так вообще получилось и что изменилось? Давайте разбираться дальше. Проблема в том, что системные вызовы — это как если бы каждый раз, когда вы хотите попить, вам приходилось бы идти в магазин за парой глоточков. Системные вызовы подразумевают смену контекста исполнения кода вашей программы на код операционной системы, а по завершению — восстановление контекста исполнения вашей программы. Смена контекста нужна, потому что в коде вашей программы физически нет того кода, который может посчитать и вернуть вам время. Поэтому мы переключаемся на тот контекст, где такой код есть, то есть переключаемся в ядро операционной системы. И если вы начали подозревать, что такое переключение и съедает драгоценные наносекунды, то вы действительно правы, это довольно дорого. Окей, что же будем делать? Если проблема в том, что в коде нашей программы физически нет реализации получения времени, и для этого нам надо переключаться на ядро, то давайте просто подкинем реализацию при старте программы. И действительно, так и появился VDSO, или динамически разделяемый объект. Во время запуска вашей программы операционная система мапит заранее подготовленную библиотеку функций для получения времени и еще пары операций. Получается так, будто в коде вашей программы внезапно появились нужные функции, и больше не нужно переключаться на ядро для получения времени. Это как если бы магазин разместил свой прилавок с водой прямо у вас в квартире. Не нужно никуда идти, открывайте холодильник, и на третьей полке находится драгоценная бутылочка. Код, кстати, выглядит следующим образом. Если VDSO нам подкидывает некую функцию во время запуска программы, значит, у этой функции есть адрес. PTR нам как раз намекает, что эта переменная хранит pointer, ну и uint.ptr. Поскольку я пытаюсь лишь вам продемонстрировать, как это работает, то я воспользуюсь таким хаком, который вот сюда мне подсунет значение из runtime VDSO clock getTime sim. И все, что я делаю, я через GoLinkName говорю, что вот именно вот это значение из пакета runtime, к которому я напрямую обратиться не могу, и подкидываю мне в эту переменную. И с этого момента мне не нужно разбираться с тем, на какой архитектуре я нахожусь и какой в этой архитектуре актуальный адрес нужной мне функции. Окей, с адресом мы разобрались, но умеем ли мы запускать функцию по адресу из Go? Я, например, не умею, хотя наверняка такой способ есть, поэтому я использую некоторую хитрость. Переходим к следующей функции, которая у нас явно реализована в ассемблере. И как видите, здесь действительно есть некая функция, которая имеет абсолютно то же самое название. А здесь моя задача заключается в том, чтобы достать значения из аргументов и положить их в регистры. Достаю я их через использование фреймпоинтера.
кладу в регистр R10, кладу в регистр R0 и R1. R0 и R1 для того, чтобы потом, когда я вызову функцию, принимающая сторона успешно получила все эти аргументы. В R10, как видите, я положил указатель на функцию VDSO, и дальше операцией call я вызываю функцию, которая находится по адресу, которая находится в регистре R10. Эта функция делает какую-то магию, помещает результат в регистр R0, затем я беру данные из регистра R0 и помещаю по адресу возврата из этой функции. Ну, таким образом это и работает, и с этого момента моя функция является фактически прокси до функции VDSO. А здесь у меня такая оберточка верхнего уровня, которая подразумевает, что если VDSO все-таки нам доступен, то мы используем его. Если случилась какая-то ошибка, действуем по старинке и используем системный вызов. Дело в том, что действительно VDSO может либо отсутствовать в системе, либо быть отключенным. Двигаемся дальше. Теперь давайте сравним syscall и стандартное время на macOS. А пока запускается бенчмарк, попрошу подписаться вас на телеграм-канал. Там я выкладываю много технических деталей, рассказываю отзывы о курсах, на которых регулярно получаю новые знания. Например, о потрясающих курсах по конкуренции или другим внутренностям Go от Владимира Бауна. Все отзывы, все в том же телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь. А бенчмарк я вижу отработал, и да, разница примерно такая же. Получается, макость тоже не так проста, как кажется. И действительно, если я напишу реализацию чуть иначе, то мы вновь приблизимся к стандартному времени. А в VDSO тут никакого нет. А как тогда? Стандартно в macOS все тот же подход. Нужно меньше обращаться к ядру, и тогда операция будет работать быстрее. Но вот концепция отличается. Помните, что в Linux VDSO как бы добавляет функцию с готовым кодом? Так вот, macOS дает вам не функцию, а доступ к особому региону памяти, в котором периодически обновляет время. Это как если бы вам не нужно было идти в холодильник и смотреть на третьей полке воду, она каким-то удивительным образом появлялась бы рядом с вами сама. Такая общая страница в macOS называется CompPage, и на самом деле Go к ней даже не обращается. Опа, а как тогда это работает? А идея в том, что Go взаимодействует с системной библиотекой, и уже та знает и про CompPage, и про адреса, и про все остальное. Вот в моем примере, когда на macOS все начало работать быстро, работа через системную библиотеку и происходит через Unix Clock Get Time. Вот, как можете обратить внимание, libc clock get time trampoline address. Окей, а вот теперь напишите в комментариях свое предположение. Какой подход использует Windows? Общая страница в памяти, подбрасывание функции в адресное пространство процесса или Microsoft придумал нечто третье? А мы разбираемся дальше. По устоявшейся традиции запускаем бенчмарки, и первый нам все так же показывает огромный разрыв, но если я запущу некий второй бенчмарк, то ситуация оказывается ровным счетом такая же, как и на других платформах. Уже написали свое предположение о том, как это реализовано на Windows? Тогда погнали разбираться. Более долгий вариант традиционно делает системный вызов, и мы уже два раза поняли, что это долго. А вот быстрый вариант чем-то напоминает macOS. В памяти процесса есть особая страница, в которой Windows размещает данные, которыми мы можем обращаться по заранее известному адресу. Эта страница называется User Shared Data. Интересно то, что помимо времени там еще куча информации, и количество логических процессоров, и возможности вашего процесса, и номер сборки ОС, и вообще очень много информации, вот ставьте на паузу, если интересно. Но нас интересует время, и оно тоже есть по заранее известному сдвигу. Адрес мы уже знаем, здесь мы уже добавили сдвиг нашего времени. Вуаля, просто обращаемся к нему, как будто бы это переменная нашей программы. И, конечно же, это будет работать очень быстро. Окей, со временем системы мы, кажется, разобрались. Давайте тезисно подытожим, прежде чем переходить к следующей интересной загадке. Во-первых, наивный подход с доступом ко времени через системные вызовы — это дорого. Во-вторых, из-за этого каждая операционная система предоставляет свой механизм для того, чтобы системный вызов не делать. В Linux это VDSO, когда ядро подкидывает функцию или инструкции в память вашего процесса. В macOS это часть системной библиотеки, когда она заранее знает, где находится страница памяти со временем, которую регулярно обновляет ядро. В Windows мы сами уже знаем, где находится эта страничка, и обращаемся к ней напрямую, когда пытаемся узнать время. Ну вот вопрос. Ладно, Linux дает вам целую функцию, которая как-то работает. Но Windows и macOS ядро обещает нам регулярно актуализировать время. Но очевидно же, что оно не может это делать еже наносекундно, а мы только что смотрели на бенчмарки, которые выдают результат именно с наносекундной точностью.
как они узнают время? И что произойдет, если мы проведем такой эксперимент, когда сменим системное время на час назад и запустим наши бенчмарки? Они нам покажут минус один час? Тут мы приближаемся к тому, что на самом деле времени два. Настенное и монотонное. Все предыдущие примеры были про настенное время. Это то время, которое вы видите на системных часах. Вы можете переводить его вперед или назад, либо оно может само корректироваться в зависимости от результата сервера времени. Поэтому это и называется настенным времени, вот прям как часы на кухне. А вот монотонное время уже непреклонно. Оно никогда не пойдет вспять, оно никогда не будет идти быстрее нужного. Это точный аппаратный счетчик с момента включения компьютера. И на самом деле, когда в Go вы вычитаете одно время из другого, Go проверяет, есть ли в структуре заполненное монотонное время. И в этом случае производит вычитание именно монотонного времени. В результате бенчмарки вспять не пойдут и будет достигаться точности реального времени. И вот так за один ролик мы с вами разобрали работу таких сложных механизмов. Если ролик понравился, обязательно поставь лайк и подпишись на канал, это очень сильно поможет продвижению моего дела. Подписывайся также и на мой телеграм-канал, в котором я выкладываю еще много внутрянки Go. Спасибо, что смотрели, спасибо моим бустерам за поддержку и желаю вам увлекательнейших путешествий в недра технологий. Пока!